думал в отношении тебя. Мужчина обижен. Мужчина обижен, между вами, возможно, не пауза, а просто, знаете, вот и не ругались, но не общаетесь. Вы для него королева жезлов, яркая, сексуальная, манкая. Есть к вам чувства, хочет быть вашим королем Пентакли, то есть постоянным королем, но вот нет понимания, да, кто-то ушел из отношений, из вас с тяжелым сердцем. Есть какая-то нервозность, да, есть какое-то желание что-то прояснить, ему непонятно, что будет дальше. Отношения возможны только либо тайные, либо по дураку. Возможно, кто-то из вас замужем или женат. Но, тем не менее, мужчина очень ревнует вас, да, все еще ревнует, бесится. Понимает, что, возможно, сейчас уже ничего и нельзя изменить, но хотел бы все равно с вами быть вместе. Да, вы его тайная женщина, что он задумал? Ну, ничего, он хотел бы быть главным в этих отношениях, приходить, когда ему удобно, уходить, когда удобно. Никто никому ничего не обещал, да. Терять он вас не хочет, но изменить он ничего не может. Поэтому вот как бы вот такая вот ситуация. Что еще? Думает о вас, мечтает, вы для него звезда. Яркая, манкая, но очень далекая. Очень много сложностей и трудностей. Вы разбиваете ему сердце, он разбивает вам сердце. Но он все-таки хотел бы увидеться, да, все-таки хотел бы увидеться, хотел бы пообщаться. Ну, возможно, это или нет, пока тут непонятно. Скорее всего, он только пока об этом мечтает. Возможности такой нет.